холоднее будет значительно. Поют, но у вас есть такая возможность побывать.
Thank you.
когда приезжающим гостем, город, на берегу которого красуется такая чудесная птица, то грех уехать из города без этой птицы. Но сначала я не видно, который называется птичный павлин. И по праву он будет сегодня нашего города. Ну что, Сергей, здравствуйте. Как вам наше путешествие? Мне очень понравилось. Я впервые видел, чтобы картины оживали. И еще так артистично, так интересно. Вы очень крутые. А как вы относитесь к творчеству? Прекрасно отношусь. Готовы сейчас что-то сделать с вами? Конечно. Тогда я вас знакомлю с нашей очаровательной Галиной Владимировной. И она вам больше расскажет, что вам предстоит сделать. Очень приятно познакомиться. Меня Сергей зовут. Очень приятно. Спасибо вам большое. До свидания. Всего доброго, Сергей. Получился? Получился настоящий сувенир. Да еще и с собственными руками. Конечно. Подождите, спасибо огромное волшебную птицу, птицу, жар-птицу, павлину. Ну, придется подарить вам на следующую встречу. Не так везет, столько из Серпухова ему подарков будет. Серега готов отъехать. Я сегодня вам предлагаю изготовить небольшой сувенир, символ нашего города. И сегодня мы будем делать павлину своими руками? Павлин у нас будет необычный, он будет называться ситцевый. Ситцевая фабрика была. Да, верно. И вообще наш город – это город текстильщик. Он сам со своей текстильной промышленностью. Ткани этого павлина я сделал своими руками. И с огромным удовольствием подарю тебе его сегодня вечером. Мы встретимся с тобой уже очень скоро. Я думаю, тебе тоже есть что рассказать и про город, и про павлинов, и про свой маршрут. Надеюсь, что мои поделки ты будешь пользоваться. Тебе понравится. Привет, Таня, подойдем. Танюш, привет. Сереж, а ты где? Я тебя не вижу. Здесь у Кремля, у тебя. Подожди, а где здесь Кремль? Этот Кремль ты не пропустишь. Прокачусь, свитер. Ты чудик, Кремль, это Кремль. Это Кремль. Что нет, смотри, курантура, ты знаешь, звезда. Рад тебя видеть, слышу, да? День был насыщенный, ты знаешь, я полон сил. А это значит, что город прекрасный. И от этого прекрасного города я тебе принесла много-много подарков. У меня сегодня день был посвящен в основном птицам. Поэтому вот тебе омлет из трансил яйца. Сама готовила. Хорошо, я сейчас съем, подарю тебе домой. Я сделаю тебе оберег. Оберег? А, это девочка. Это она девочка. Мне нравится. Да, она будет откинуть от тебя деньги, приносить в твой дом благополучие, вот куда будет метать денежки. Вот он. И... Вот он, сделан своими руками, на мастер-классе. Варенье из монастыря, из высоток, из природного заповедника, где живут зубры и бизоны. И бизонов я кормил вот этими руками морковкой. Сереж, мне очень понравилось все. Город действительно потрясающий. Он достоин внимания, он достоин того, чтобы сюда приехать. Друзья! Кто любит флору, фауну, все сюда, а также историю, культуру и прочие развлечения. Ну а нам пора с тобой двигаться дальше. Да. Увидимся в следующем городе. Пока-пока. Ну, еще это такое прототип.
человек.